Ну вот, ребятки, мы выезжаем уже из отеля. Что было в отеле интересного? Что произошло то, чтобы вам можно было бы рассказать? Но это будет видео, может быть, с говорящей головой. Я лучше я вам, наверное, переключу и расскажу о фишках, о темах, о приключениях в отеле. Так, последнее видео у нас. Крайнее видео из Болгарии. Итак, в номере по приезду есть бар в холодильнике, полный там пива, соки, минералки и всякие такие вот вещи. Мы эти все вещи не трогали, но когда накупили всякой там колбаски с собой, всякой вкусняшек, их надо было где-то держать, потому что они должны находиться в холодном месте. Вот видите, есть еще вон печеньки такие здесь в конце. Как раз погуляю вам по лобби, посмотрите, что здесь где находится. Вот. Ну и начал выбирать эти все. Смотрю, в конце бутылочка стоит, пустая, сока. А она ни мало, ни мелко, 7 евро. И написано, что, чего, сколько лежит. Но не успел я сказать, пошли мы в бассейн, приходим с бассейна, прилетает мужичок, звонок в дверь, приносит нам эту бутылку и говорит, типа, это бар и новый чек. Забежал чек, положил бутылку, отдал и умчался. Говорю, ну все, попали, будем платить, придется за нее заплатить. Ну, вы знаете, сейчас при выезде нам никто не сказал ни одного слова про то, что нужно заплатить. Вот здесь вот видите комнатка туроператоров. Здесь вы найдете информацию о ваших гидах и о вылете. Вот. И так вот все тихо, все спокойно. Так что я думал, что придется реально разбираться с той темой, что с нас захотят все-таки снять денежку. Так, дальше. Полотенце. Полотенце, не знаю, залог нужен или не нужен. Нам дали так, потому что мы пришли в тот момент, когда нужны были полотенца. Нам, мы были без денег. Вот. Сказали, что у нас денег нет. Они нам дали на номер комнаты. Ну вот, сдавали сейчас. Думали, что возьмут какие-то деньги за то, чтобы за эти... Блин, я смотрю вокруг, нового его вижу, и не знаю, о чем сказать, язык заплетается. Вот. И думал, что деньги возьмут за полотенце, за стирку полотенец. Но нет, все хорошо, проблем нету. Так что полотенце бесплатное. В той серии, где я описываю территорию бассейнов, вы можете посмотреть, я показываю это место, все в порядке. Вот, так что о том, как сам отдых протекает здесь и ехать или не ехать, ребятки, это решать вам. Хотите в таком отеле, как вот Мелия в Болгарии, жить на там на полном фарше, пить импортный алкоголь как бы бесплатно, покупайте уровень левел, у вас будет свой бар, у вас будет все свое бесплатно, отдельный бар вот на пляж, не на пляже, а возле бассейнов, он тоже будет бесплатный. Вот, поэтому как бы проблем в этом вообще нету. Отель хороший, еда вкусная, еда, она, можно сказать, европейская, поэтому и свининка, и колбаски, и все остальное вы получаете. Вот это ресторан левела отдельный. Вот видите, у них свои фишки, свои плюшки, свои пироженки там. И всякое такое. Вот. Что еще хотел сказать? Но на пляже вы, конечно, получите все то же самое, что получают и все остальные туристы. Неважно, у вас левел или не левел. Здесь вот на этом уровне, спустился с левела чуть ниже, есть еще, видите, вот такой ресторан, в нем
тоже есть с двух, вот, например, до трех, как бы поздние завтраки, поздние ужины. Я так это понимаю. Ну вот, как бы дошел я до комнаты, разговаривая вам, рассказывая фишки об отеле. Поэтому выбирать вам нужно самим. Стоит ли ехать или вам выбирать там Турцию или еще что-то, потому что много спрашивают, зачем именно сюда ехать. Ну, много людей едет, поэтому я думаю, все это дело стоит. Вот здесь вот будет тоже вот именно эти печенюшки, кофе, вот, и всякое такое. Ну, ой, чуть не разбился. Поднос не смотрю, смотрю в телефон. Смотрю. Бар, рестораны Левела. Ой, прошел дождик. Все равно жарко, все равно душно. Все равно духотень. Так. Еще браслеты. Видите, не срезают. Вы остаетесь гостями этого отеля до самого вашего вылета. Поэтому о позднем вылете и продлении номера буду все равно. Часов, до 2 часов будет 40 лева, для 4 часов будет даже 50 лева, для 6 часов будет 100 лева и до 8 часов будет 120 лева. Супер. Это приятно, когда у вас не слезают браслеты, вы можете пользоваться всей инфраструктурой отеля, как и раньше. Так вот, ребятки, готовлю бутерброды на вылет. Всегда имеем такую коробочку, а с ней вместе вам всегда пускают самолет. Поэтому вот так вот, оп, красота. Разрываю наполовину, беру пиццу, все это запечатываю. Не знаю, не так дорого, конечно, эта еда стоит и в самолете, но почему-то она, еда из отеля настолько вкусная. Вот, коробочку такую, и все это так вот красивенько мы запечатываем. Не знаю, вам, может, вы, конечно, делаете еще и шустрее это все дело, но напишите в комментариях, потому что, думаю, разные люди, вот, в такой колбаске, сейчас уже взял и съел бы. Вот, люди разные, конечно, летают, поэтому некоторым очень пригодится то, что можно, например, взять с собой еду в самолетик. Вот так вот. И там вкусно что-нибудь покушать. А еду из отеля. Вот так. Все, сверху кладут яйцо. Вот так. Она немножко остынет. Сыр запечатается, вот, и получается вот такая вот у нас коробочка. Все, приятного аппетита. Ну вот сегодняшнее море утром, вот такие вот волны, красный флаг висит, люди немножко заходят, конечно, чуть-чуть. Там он и плавает, он дальше. Но волны, ух. Волны серьезные такие. Правда, все затянуто, небо затянуто, но тепленько. Ну вот, дождик в Болгарии. Вот так вот. Классненько, валит. Гром гремит, сейчас не слышно, но только-только не успел телефон схватить, он гремел. Поэтому шикарненько, вам не нужно душ. Вот такой дождь у нас, во. Шутка, это не дождь. А дождь идет здесь. Народ все купается, все очень хорошо, потому что очень тепло. И влаги хватает. Не видно, правда, откуда он идет, этот дождь.
Неба тут такого страшного нету, с такими большими тучами. Ну а вот здесь вот одна такая вот тучка, и она гремит. Ух! Короче, прикольненько. Классно. Ну вот видите, в лобби наливают именно такие вот более-менее нормальные человеческие красивые стаканы, поэтому выглядит все довольно неплохо. Спасибо. Да, майтай в таком цвете. Прикольно. Ну что, что-то мне перепутал и что-то не то сделал. Ну ладно, ребятки, попробуем. На здоровье. Ух. Что не сделаешь ради Ютуба? Да, здесь почуете тут. Ну, с этими ихними виски лучше не сделаешь, поэтому сладко, алкогольно. Ну хотя бы за весь отпуск я первый раз выпил в нормальном вот таком вот стакане. А как кофе? Кофе в лобби пить можно. Так что если вы захотите нормального кофейка, ну, то всегда пожалуйста. Почему не вкусный в ресторане, ну, в этой столовой, почему, я не знаю. Потому что как бы там и кофе насыпается, ну, мололка есть, и подготовка идет. Слышно, что оно запечатывается, там все делается как нужно. Но почему-то оно все равно такое. Вот, какое-то оно не такое. Так, ну что? Все, на этом я заканчиваю серию вот из Болгарии на данный момент. Кому было интересно, оставайтесь, пожалуйста, у меня на канале, потому что при первой возможности, как только у меня будет возможность выехать в какую-нибудь страну, в какой-нибудь этот отель, поснимать вот такую вот какую-нибудь красоту, я обязательно это сделаю. Так что, ребята, за то, что вы были эти серии со мной, смотрите, у меня еще есть на канале всяких интересных Турции, Египет и уже есть и Болгария. Всем пожелаю мира, счастья, добра и всего-всего, что вы себе сами пожелаете. Самое главное, что, ребятки, это искренне. До новых встреч. Пока.